Итак, ребята, всем привет, уважаемые друзья и подписчики. Итак, это два брата в штате из России. 9-я серия. Так, на секундочку. Итак, ребята, я посмотрел по поводу работы таксиста. К сожалению, я его показать не могу. Но я сейчас объясню почему. Дело в том, что у нас такая была ситуация, что зарабатываешь так же, как и водитель автобуса. Только ты получаешь вообще, в принципе, наличными, не так всегда, как мало. Поэтому, ребята, я могу предложить лучше работать водителем грузчика, потому что там, наоборот, более интереснее, более удобнее, потому что ты загружаешь и разгружаешь, ты получается, оно намного два раза больше, чем... тему работы. Ну, сейчас я хочу сказать, что не всегда мне получается сделать то, что мы хотели. Но все равно все-таки попробуем хоть разочек. Немножко я почитал, что надо, чтобы стать таксистом, нужно устроить именно название детектив. Не знаю, почему так переименовали. Но так получилось. Ну, я имею в виду в описании. Ну, потому что она единственная, что у нас осталось. Работа. Работу таксистом. Не так уж просто. Ну вот мы просто устроились на детективом. И что дальше? Скорее всего, надо иметь машину, чтобы стать таксистом. И так далее подобное. Но я что-то не вижу, когда я ехал туда, где я вам показывал, да, там мы только можем устроиться, да. А вот транспорт средства я не вижу. И значит, надо иметь свою собственную грузовик, свой, то есть транспорт надо иметь для того, чтобы это работать, короче говоря. У нас со временем не получается, как я уже говорил, сделать то, что мы хотели, и полный как типа облом. Провалился, как говорится. Так, я походу уже немного начал голодать, я пойду все-таки покушаю. А то у меня сейчас точно упадет голод. Это то, что отмечено наверху синее. Это наш голод. Итак, ребята, я могу, конечно, не работать и водить автобуса, но, к сожалению, это не получится. Потому что я больше всего привык работать грузчиком, потому что мне это нравится. Во-первых, там действительно нормально можно зарабатывать больше денег. И еще хочу, ребята, сказать, что в этой серии, то есть не в этой серии, а в этой сезоне всего будет не так много. Там будет всего несколько серий. Чего? Чё так дорого? Там бомзел, что ли? Так. Ты не работаешь в пиццерии. Для того, чтобы взять газету. А, это есть то самое... то самое работа тогда. Вот, мы поели. Спасибо. Ай, да. Хочешь увидеть остановку, да и нет? Итак, ребята, я хочу сказать, что да, всего будет 12 серий. Сейчас это 9. Еще 3 серии, все, и больше не будет. Потому что во второй сезоне мы скоро, ребята, переедем в другую штату. Да, это серьезно. Я не обманываю. А зачем нам здесь вечно оставаться, если все равно сейчас
нормально работу не найдешь, заработать не сможешь. Но грузчиком тем более наоборот более интереснее. Потому что ты там можешь просто чисто разгружать, то есть разгружать и разгружать, и очень хорошие деньги получать. Только нужно просто выбрать один из двух водителя. Или обычный грузчик. Обычный это работник. Да, вы сейчас видите, как я бегу туда-сюда. Я сейчас бегу туда без GPS, потому что я уже знаю наизусть, конечно, но просто когда берешь транспорт, через GPS берешь, да, там наоборот более быстрее. Так. А вот и наша работа. Так, это не то я имел в виду. Я не ту сторону зашел. Я пошел за старое. Походу, да? А там что у нас? Подают маленькие машинки. Так, я походу, ребята, заблудился. Мы сейчас попробуем. Нет. Ближайшая работа. Водитель грузчика. Да, я перепутал не ту сторону. Сейчас мы туда доберемся и вернемся. Итак, ребята. Я сейчас просто уволился. Становлюсь водителем. Но я думаю, что там деньги получишь, но только я не знаю, каким образом. Так. Работа. Так. Вот эту машину надо загонить. Я специально заглушил двигатель. Так, теперь мне надо... загрузить машину. Походу, я не ту машину взял. Псих. Ненормальный, блин. Ага, это тот, только надо загружать. О нет, я не могу его использовать, пока ты не вернешь ту машину. Все, я понял. Ту машину, которая...
Надо вернуть. Надо взять ту машину, которая... Средство. Транспорт средство. Понятно. Да, ребята, я по-прежнему буду работать здесь. То, что там более интересней. Попробую написать команду. Продать. Ты не без, не без, не у бизнеса. Понятно. New бизнес. Может быть, у меня в виду вот так? Ага, здесь надо два. Так, теперь... Чего? Теперь разгрузить. Понятно. Все, я понял. А ну-ка, заводись. Понятно, это надо искать такие, те, которые отмечены значки. Да? Так.
Почему я специально выключаю двигатель? Для того, чтобы это она не поглохла. Понятно. А что если его так напишу? Фига, ребят, надо было просто нажать, ввести команду требования, потом, как типа, заключиться там все, для того, чтобы разносить. Ой, это я сам. Да что ж такое-то? Заносит он мне. Ребят, я понимаю, что все скажете, что заколебался ты там со своим ручиком работать и так далее и подобное. Но у меня не было другого выбора, кроме как это работать. Потому что другим работой нет. Блять. Это псих. На АФК. Просто я взял ту машину, значит я другую машину не имею права, пока ты это не выполнишь полностью задание. Походу да, здесь в этом дело. И очень далеко походу. Блин, это я поехал, отмечил на второй город. Штраф не... за превышение скорости. Это я вовсе не лад, и я сейчас только что превышил скорость. И мне выписали 300 штраф за превышение скорости. Сейчас мы туда доберемся. Скорее всего, это второй город. Абсолютно. Да твою же мать. С меня уже сняли 600 баксов. Не, вот эти грузовики там тоже можно таким же образом загружать, разгружать. Я вернусь, тогда доберемся, хорошо? Итак, ребята, я был там, но там запомнено она была, и мне пришлось приехать обратно. Да, и пришлась такая ситуация, что у меня пришлось. Во. Я теперь могу разгружать.
Вот, наконец-то. Склад запомнил. Нет, пожалуй, я вернусь обратно. Я поработаю так, просто буду пополнять. Нет, ребята, нет, меня наоборот устраивает это. Там перекрыто. Подожди, а мне-то наоборот. Вниз. Да, ребята, мы катаемся туда-сюда, я знаю. Находимся на грани территории врага в бандах. Да, все-таки нам не удастся. Разгрузили всего 3 штуки, это мало, естественно. А чё поделаешь? Не хотят, так не хотят. Смотрите, сердечко есть. Жениться можно. И так далее подобное. Ну, короче, я буду просто загружать, разгружать. Я с этой работы уволюсь. Ну, только буду загружать, разгружать. Но разносить я не буду. Это потому что они не то чтобы не интересно, ребята, а просто там долго. Вы сами понимаете. Просто уже дальше уже нет смысла продолжать. Ай, блин, а. Всего шаг разобрал. Все разгрузили. Что-то теперь мне можно туда пойти и забрать. Так, заработанные деньги.
А, нельзя. Нужно уволиться. Уволить, да. Но таким образом ты не заработаешь. Все пришли сюда, чтобы поработать. Грузчиком. Да. Все, ребята, я буду работать таким образом. По-другому никак. Что я могу сказать? Памс. I used to bang, fool. Shit! My balls! My balls! Да. Зарабатываю деньги, тут это одна. Ну что ж, ребята, я скоро буду заканчивать эту серию. В следующей серии я начну с того же места. Ну, всем спасибо, удачи и пока.